Книжка написана американським науковцем японського походження, але він багато років живе у Штатах, і він багато років досліджує Донбас. Тобто ця книжка постала не з його останньорічних досліджень. Він справді багато років присвятив дослідженням різних аспектів Донбасу. І я думаю, що саме через те, що він іноземець, він може мати трошки об'єктивніший, трошки віддаленіший погляд на це. Продукт був задуманий на двох язиках. Мы когда говорили весной этого года, впервые заговорили с профессором Курамиева о создании этой книжки, не о переводе книжки, потому что нет же такой книжки на английском языке. Мы собрали ее, и часть текстов профессор Курамиева написал специально для этого издания, то есть это еще нигде в мире не издано, вот мы первые это издаем. Но принципиально было важно, чтобы это звучало на двух языках, потому что есть украиноязычные читатели, которым это нужно, нужно зрозуміти Донбас тут, в Галичині. І є русскоязычная Україна, которой теж нужно говорить о понимании Донбаса, которой теж нужно понять Донбас. Это тоже принципиально важно, что не все, что по-русски, принадлежит Москве. Донбас был всегда проблемой. Проблемы для Москвы, для Киева. Когда я работал над докторской диссертацией в Америке, это диссертация о индустриализации, сталинской индустриализации. И я заметил, что там тогда всегда не говорили о проблемах в Донбассе, о вопросах в Донбассе. Там есть серьезные вопросы. Москва очень часто, как я забыл, вмешивались в дела Донбасса. Донбасс фигурирован в смысле, был всегда место свободы. Место свободы, там есть, конечно, традиции козацкого движения. И там есть, я думаю, свои образные идентичности, региональные и другие идентичности. Но я утверждал, что донбасские свои родности не совместимы. Значит, совместимы с Украиной и свидетельство там является то, что, знаете, в 1991 году, когда они проголосовали за независимость Украины, они выбрали Украину. Они не выбрали Россию. Еще в конце 90-х вышла статья профессора Курамея, где он, сравнивая Запад и Восток Украины и ссылаясь на исследования Ярослава Грицака, писал, что в каком-то смысле Донбасс идет в Европу быстрее, чем Галичина. Что в каком-то смысле Донбасс больше готов к европейской Украине, чем западная Украина. И я не думаю, что от этих слов нужно отказываться, потому что сейчас в Донбассе Россия, но часть Донбасса, самая проевропейская, она просто сейчас рассеяна по остальной Украине, но она есть. Есть этот европейский Донбасс, и это многие десятки тысяч людей, и их голос, в общем, он, не всегда они звучат единым голосом, но я их знаю, и они слышны. Если бы не было московской интервенции, военной интервенции, да, было бы много ссоров и проблем, но я думал, что никогда не было войны. Большинство из них, из населения, из людей Донбасса, уже приняли Украину как их землю, но московская интервенция изменила ситуацию абсолютно на другом направлении. И эта проблема, это московская проблема, а не донбасская проблема. В таком смысле Москва виновата в этом. А население, знаете, без альтернативы российской интервенции, они думали бы о своем будущем в рамках независимой Украины. Люди хотят этого, хотят взаимопонимания, хотят преодолеть какие-то вот
предубеждения по отношению друг к другу, которые есть, которые накопились, но это все преодолеваемо как раз вот по европейским канонам взаимопонимания. Вот в Европе есть такая технология культурная, как преодолевать эти расхождения и учиться жить вместе. Вот в Москве ее нет. В Москве есть только технология доминирования, когда один давит всех. Всюду в мире есть региональные идентитеты, региональные разногласия и так далее. Всюду, в Америке, в Италии, в Франции, в Англии и так далее. Я не думаю, что Донбасс, как принципиально, не отличается от других регионов, других стран. Другие регионы, да, там есть предрассудки против Донбасса, это Шахтерский, Бунтарский регион и так далее. Но бунтари, да, знаете, в истории Украины всегда были бунтари. Украина, значит, концепция о модерной Украине формировалась из-за концепции казацкого движения. И в таком смысле Донбасс в разном смысле представляет идеалы казацкого движения, свободу, независимости, может быть, и равенство и так далее. Почему эта книга необходима во Львове? Потому что один из ответов, потому что вот эта ось Донбасс-Галичина, Донецк-Львов, она начала выстраиваться на самом деле с первых лет украинской независимости. У нас не так модно было об этом говорить на центральных телеканалах, потому что очень долгое время там сидели московские политтехнологи, которым очень было важно, чтобы Донецк и Львов не слышали друг друга, Донбасс и Галичина, и отчасти это дало свои плоды, в том числе и в том, как часть интеллектуалов сегодня на Галичине думают о Донбассе. Останнім часом це в інтелектуальних колах Донбас дуже присутній. Наприклад, я була вражена в позитивному сенсі фестивалем «Донкульт», тому що це були, правда, дуже цікаві, дуже інтелектуальні заходи, пов'язані з історією Донбасу, з мистецтвом, з культурою Донбасу. І так далі. Я думаю, що якраз зараз Донбас просто проникає в різні... Раніше, якщо, наприклад, про нього говорили на рівні стереотипів суто, то зараз починають говорити об'єктивно і більш науково, і це дуже добре. Так, да, бросить Донбас дуже легко. Задержати Донбас трудно, але це совершенно нужно. Без цього настоящей Украины не будет. Если другие регионы бунтуют, например, Харьков, Одесса, Днепропетровск, что делать? Бросить их из Украины? Это невозможно. Донбасс останется частью Украины, хотя, конечно, трудно интегрировать Донбасс после таких кровавой войны. Но есть много, как сказать, примеров, которым мы можем учиться. Например, знаете, между Украиной и украинцами и поляками в конце Второй мировой войны были такие массовые убийства. А теперь, польско-украинские отношения станут? Ну, знаете, идут процессы, как наказание и, я забыл, как сказать, forgiveness, прощение. И каждое общество, знаете, старается наладить все эти трудные дела. И я думаю, что Украине совершенно это можно, Украине. Всі не розуміють, всі одне одного не розуміють. От і кримчани не розуміють, і ніхто не і всі ці 20 з гаком років незалежності Україна, українські регіони не займалися одне одним. Україна загалом як держава не займалася своїми регіонами, вона на все забила. Ось і зараз вже просто з низів йде певні, звісно, від цього негативні наслідки. В якихось регіонах більш негативні, в якихось там менш негативні, але це для нас. Дуже важливо зараз просто пізнавати одне одного і розуміти одне одного, і це шлях до якоїсь єдності.
Путь из Донбасса через Киев во Львов – это путь, в общем-то, к единству Украины именно в таком европейском культурном контексте.